Любите ли вы Оптиал Удинова так сильно, как я? Любите ли вы так сильно, когда он открывает свой рот, и оттуда льется какой-то бесконечный поток лжи и ахинеи? Я думаю, что нет, вы не любите его так сильно, как я, но с удовольствием ознакомитесь с его новыми шедеврами. Дело в том, что Оптиал Удинов раздал некоторое количество интервью в попытках как-то восстановить репутацию кадыровских подразделений Ахмат. Потому что, как вы помните из предыдущих серий, пора, кстати, сделать какую-нибудь новую заставочку к ним, он поссорился вообще со всеми, все возненавидели и его, и Ахмат, и его из подразделения АИДа, в общем, потеряли всякое уважение. Он решил это исправить и пошел к тем, кто готов был задавать ему острые вопросы. И они их задали. Но Алудинов сильно ухудшил ситуацию и наговорил столько всего, что теперь его ненавидят вообще все. При этом он как-то странно смог совместить в себе и главного клоуна, и некоторую пригожскую фронду. Потому что защищать Ахмат он пытается через дискредитацию, как выразились бы зетники, остальной российской армии. Получается в итоге и себя и остальных. Так, например, в попытках объяснить, что кадыровцы не совершали преступлений в Курской области, Лаптя Ладин рассказал, что на самом деле российская армия занимается там убийствами и изнасилованиями. Слышь, вот я нахожусь сейчас на данный момент на Курском направлении. Я сразу же сходил к начальнику ВВД Курской области и задал ему блок вопрос. Какие у вас проблемы с Ахматом, как только я сюда зашел? Он улыбнулся и сказал, у нас на территории совершено 187 преступлений военными, это убийство, изнасилование, другое. Ни одного из этих преступлений не совершили бойцы подразделения Ахмат. Почти 200 преступлений! По его словам, командир Ахмата не уточнил, за какой период были совершены эти преступления, однако он объявлял о прибытии Ахмата в регион 8 августа, то есть подразумевается, что эти 200 преступлений были до 8 августа. Правда, каким образом это нивелирует то, что ахматовцы грабили магазины, буквально это попало на камеру в Глушковском районе, как вы помните, два ахматовца. Они раздербанили магазин сотовой связи. Все это попало на камеры, их обещали наказать, но никаких сообщений об их наказании, никаких видеозаписей с извинениями, уж тем более с обнулениями, не появилось. В общем, тактика Оптиала Удинова просто говорит, что российская армия еще хуже. Мне тактика нравится, она классная. Но после заявления Алудинова о 187 преступлениях российских военных Курской области вышел начальник местного ОМВД и заявил, что ничего такого ему не говорил. Более того, он заявил, что Алудинов и вовсе не появлялся в Курской области с сентября. Знаете, сложно гарантировать данную ситуацию, дабы не задеть нежных чувств. Во-первых, никакой подобной информации генерал Алаудинов от нас не получал. Во-вторых, мне не очень понятно, о какой такой встрече говорит товарищ генерал-майор. Крайний раз мы виделись с Оптиалом Ароновичем в начале сентября. После этого, по моим данным, на территории Курской области он не появлялся. Потому как сейчас в нашем регионе не самое подходящее время для съемок. Больше мне нечего добавить. Всего доброго. Это довольно забавно, потому что Оптиал Удинов рассказывал, что он, днями и ночами на линии боевого соприкосновения, и что, значит, никаким образом он оттуда не отлучается, и вот, в общем, он постоянно чуть ли не в зоне боевых действий. Однако, если верить местному начальнику МВД, то, соответственно, Оптиала Удинова там с сентября вообще не было, и где он записывает свои видосики, где он записывает рассказы о своих бравых победах, совершенно непонятно. Также, по словам Оптиала Алудинова, российская армия бежала и бросила бедных и несчастных чеченцев на амбразуру. А вот теперь у меня вопрос. Куда делись эти командиры? Куда делись пограничники? Куда делись все эти войсковые подразделения, которые должны были там стоять? И почему за это должны нести ответственность 4 чеченца с 4 автоматами против 200 с чем-то танков, 400 с чем-то бронированных единиц техники? Вы-то должны хотя бы быть здравомыслящими. Напомню, ранее Оптиал Удинов придерживался другой версии. Заявлял, что ВСУ коварно обошли позиции кадыровцев. Все ребята, которые наши подразделения Ахмат, другое, которое здесь находилось на границе, вот что интересно, они все до сих пор находятся на своих позициях. Противник, получается, разнес два мапа. Вначале прошел
уже без, как говорится, мапов, через участки, где ну, большое расстояние от наших опорных пунктов было, вот, прошел там. А теперь выяснилось, что 4 чеченца с автоматами были единственными, кто защищал вообще Курскую область. И, значит, в итоге только они и стояли, а российская армия куда-то испарилась. Интересно, что Апти Алудинов будет рассказывать через месяцок. Может быть, там вообще выяснится, что он один стоял с двумя пулеметами, сдерживая все воинство ВСУ. При этом они как-то его хитро обошли, и вот он один с двумя пулеметами и остался. В любом случае, понятно, что это какие-то бесконечные потоки лжи в попытке оправдаться. Но дальше больше, и наездов будет больше, и буквально Алудинов будет красный, как помидор в одном из интервью, и махать кулаками после драки. А еще будет подтверждать, что чеченцы просто записывают тиктоки. Это все вы увидите прямо сейчас. Перед этим я просто напомню, что вы можете поддержать это видео лайком, комментарием и подпиской. Подписки особенно важны. Ну а также вы можете купить NVPN. Это VPN, который делаю я вместе со своей командой. Он позволяет обходить любые блокировки. Вы будете смотреть YouTube без замедления. Вам будет доступен Discord. И чтобы там не заблокировало еще российское руководство, это все будет для вас доступно. Наш VPN заточен именно на то, чтобы обходить блокировки, с которыми активно борются. Роскомнадзор уже пытался прихлопнуть наш VPN на 9-й, по-моему, день. Ничего у него не получилось. Ну а если вы в первый раз слышите вообще про VPN и все думали, ну блин, это слишком сложно, не смогу поставить, не переживайте, поддержка поможет, независимо от того, насколько вы вообще владеете технологиями, не владеете, все сделаем, покупайте NVPN себе, покупайте своим родным и близким, ссылки в описании, с зарубежных карт, с российских карт, абсолютно безопасно, никаких законов не нарушаете, при этом, собственно, получаете доступ к интернету и ко всему, что хотите сами посмотреть, послушать или почитать, независимо от того, что про это думает российская власть. Ну а мы с вами возвращаемся. Как вы помните, в какой-то момент ВСУ взяли кадыровцев в плен. Сначала Апти это отрицал, а потом говорил, что и с плена их доставать не будут, потому что, ну, они повели себя недостойно. Почему вообще эта дискуссия поднялась? Потому что, как вы помните, кадыровцев меняют по очень выгодному курсу. То есть за одного кадыровца можно получить несколько украинских солдат, а то и вовсе азовца. Ну, собственно, это отчасти и произошло, потому что, как оказалось, Апти Алудинов, естественно, соврал. В одном из обменов военнопленными в РФ вернули чеченцев из батальона «Ахмат». Глава батальона Алудинов говорил, что чеченцев в плену... Сначала он говорил, что вообще, что их нет. А затем заявил, что возвращать в Россию их не будет. Но во время обмена между пленными между Россией и Украиной в формате 95-95 в РФ вернулся второй из бойцов Ахмата, Акраман Масхабов, который был одет при пленении в толстовку Стефана Ричи стоимостью более $2000, обратил внимание агентство. Масхабов был на одном из первых видео с пленными российскими военными, которые стали появляться в телеграм-каналах после вторжения ВСУ в Курскую область. На другом видео Масхабов рассказывал, что он из Грозного, и его мобилизовали за 3 месяца до взятия в плен. До войны он якобы торговал удостоверениями мастеров и кандидатов в мастера спорта. Алудинов, который является командиром чеченского спецназа «Ахмата» и замначальника главного военно-политического управления российской армии, то есть он генерал российской армии, Апти Алудинов заявил, что ни один боец подразделения не сдался в плен. «Ни один наш боец в плен не сдавался, ребята бьются, как львы», — говорил он. Однако позже он признал пленение своих бойцов, но заявил, что не собирается вызволять из плена уроженцев Чечни, которые сдались в ходе наступления ВСУ в Курской области, и призвал их сделать все, чтобы их убили. «Украинцы, оставьте их себе, они нам не нужны. Мне абсолютно без разницы, что вы с ними сделаете», — сказал тогда Алудинов. Но, естественно, тоже это было вранье, из плена их вернули. Но вернемся к интервью. Апти Алудинов ответил на каверзный вопрос, кто и почему заставил извиняться российского срочника. Напомню, российского военнослужащего заставили извиниться за слова о том, что полк имени Ахмата Кадырова скрывается за спинами срочников и вообще бежал. Видео с извинениями тогда публиковали в закрытом телеграм-канале ЧП «Грозный 95». Напомню, как оно выглядело. Здравствуйте. Хотел объяснить ситуацию с Курском и про Ахмат. То, что я говорил... То, что Ахмат находится сейчас единственным со срочниками, контрактников там не видно, срочники жалуются на то, что они одни, и им помогает только Ахмат. Несут потери, Ахмат им помогает. Я прошу прощения за непонимание друг друга, за то, что неправильно друг друга поняли в моих словах. Как же так вышло, и кто заставил его извиняться? Апти, естественно, не знает, но на каверзный вопрос ответил. И какого-то солдата, если его заставили извиняться, подождите, а если его заставили извиняться, почему вы считаете, что его заставили извиниться чеченцы? Ну тогда кто? Да почему? Давайте выясним, кто. Да, я хочу знать правду.
Подождите. Так это вы выясняете. Если вы в народ выносите этот вопрос, массы, это вы должны выяснить. Я его не заставлял. Я даже не знаю, что кто-то извинился. Я даже этого не знаю. Ну давайте мы сейчас начнем. Я сейчас начну говорить все, что я думаю о наших руководителях и о Минобороны, и о других подразделениях. Не надо. Хорошо? Не надо. Не а надо. Вот видите, не надо. Не а надо. Когда вы вот так действуете, это надо. То есть поняли идею, да? То есть видео появилось с извиняющимся срочником. Журналисты это раскопали, выложили, начали задавать вопросы. Но Апти не обязан ничего на эту тему говорить. Короче, классический Михалков. Если я что-то утверждаю, я не обязан представлять доказательства. Если вы утверждаете обратное, опровергая меня, это вы должны доказательства представлять. Разве это не так? Вообще, там все интервью золото. Именно вот это вот на «Комсомольской правде». Но давайте посмотрим детальнее на описание именно ситуации в Курской области. Там из Апти опять начинает медленно прорываться Пригожин. Знаете, в чем проблема? Вот такие же люди, как вы, вот, не зная реально, что произошло и что происходит, ну, вы берете и разгоняете вот эту всю тему, знаете как, межнационалку, межконфессионалку, она разгоняется именно вот такими же людьми, как вы, которые эти все вопросы обсуждают по своему незнанию. По своему незнанию. Почему? Вопрос номер один по Курской области. Я вам задаю вопрос. Вот 291 километр. 291 километр. На 291 километр раскидали 500 чеченцев, Чечня Ахмат. Их раскидали по 4 человека на 291 километр. Ну вы возьмите тогда всю российскую армию, отправьте домой. Отправьте домой все пограничные службы. Отправьте домой все, что у вас на этом фронте есть, Росгвардию. Ну и оставьте этих 500 чеченцев, и чтоб пусть они защищают эту нашу границу. Подождите. Там находились тысячи срочников. Не тысячи, а десятки тысяч срочников. Там находились тысячи пограничников. И у меня вопрос. 20 километров фронта, 10 километров справа и 10 километров слева – и вопрос, 4 чеченца с 4 автоматами несут ответственность за то, что противник прорвал границу. А где вы все тогда вместе взятые? Я задаю вопрос. Где вы? Где наши доблестные Минобороны? Где наша доблестная Росгвардия? Где наши доблестные пограничные службы? Ну, хорошо, какой-то лопух сидит и озвучивает, что кто-то куда-то сбежал. А вот он видел того, кто сбежал? Так он сам же с ним рядом не находился? Он же с ним рядом не воевал? А я могу сказать, что здесь произошло? Когда спецназ Ахмат сюда зашел, противнику не противостоял вообще никто. И если противник не взял Курск и не взял вот эту атомную станцию, это только благодаря спецназу «Ахмат» и в первую очередь. Вот вам ответ. Пусть мне хоть один скажет, что это не так. Понимаете? А тут потом появляются какие-то люди, какой-то сумасшедший дедушка, который записывает видео, там ругает «Ахмат». Ну подождите. «Ахмат» — это даже мое подразделение всего лишь составляет 3 с чем-то тысяч человек. А то подразделение, которое здесь стояло, так подождите, 500 человек в состоянии защитить 291 километр границы, если вы их раскидали по 4 человека? Вау, ничего себе! То есть генерал российской армии заявляет, что никаких войск там не стояло, что никто не оказывал сопротивления. А я напомню, что тогда, в августе 2024 года, когда ВСУ зашли в Курскую область, российские каналы, российские официальные лица рассказывали, что там борются как львы, все время почему-то как львы все борются, и в Суджи, в на погранпункте, и вообще там все было, и вообще там все нормально. Но тут нам Алудинов рассказывает, что ничего, оказывается, не было, вообще ничего. Но при этом, несмотря на то, что российскую границу охраняют 4 чеченца с автоматами, если верить Апти Алудинову, Россия уже победила в войне.
Да-да, вы не ослышались, Абсиалутдинов так считает, несмотря на все то, что он только что сказал. Несмотря на невероятные факапы, он сказал, что Россия уже победила в войне. Это заявление Абти вызвало много смеха, когда он впервые его сделал, и недоумение даже пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова. Однако Абти рассказал, почему он уверен, что это так. Причина вас шокирует. Многие считают, что нам нужна полноценная мобилизация. Но официальные лица, в том числе глава комитета по обороне Картополов, отвечает, что мы справляемся за счет набора добровольцев. Вы что скажете? Сейчас мы справляемся и без мобилизации. При любом раскладе мы должны понимать, что в этой войне мы уже победили. Что касается вашей цитаты, в этой войне мы уже победили, но ведь противник стоит под Курском. И до конца не освобождены 4 новых региона. В этой войне блока НАТО против России через Украину мы уже победили, потому что мы фиксируем, что ресурса для того, чтобы реально нас победить, у Украины нету. Даже уже, если Владимир Владимирович Путин сумел себя и нашу страну противопоставить нашим врагам, которые планомерно вели Россию к развалу, и сумел показать им, что мы не готовы поднять лапки и сдаться, а готовы биться до конца, я считаю, это наша победа уже. Мы уничтожили столько ресурсов блока НАТО, уничтожили те силы и средства, которые нам были противопоставлены, что в конечном итоге мы же с вами понимаем, что враг сегодня не в состоянии там прийти и захватить, скажем, Москву. Не в состоянии. Поняли? Россия победила, потому что Украина не может захватить Москву. Представляете? Во-первых, я бы не зарекался, потому что ранее Абти обещал, что Украина и в Курскую область не пройдет. Во-вторых, до вторжения России в Украину вопрос захвата Москвы вообще не поднимался. Как и вопрос захвата Суджи, например. Как и вопрос обстрелов Белгорода. Точно ли это победа? Я в этом совершенно не уверен, честно говоря. Но более того, говорить, что мы победили, потому что в Москву ВСУ точно не пройдут, это прям какая-то пародия на самих себя. Ну, то есть, когда эта история про то, что ладно, пусть забирают Курск, но Москву мы им точно не отдадим. А мой любимый фрагмент, это фрагмент про тиктокеров. Во-первых, Алудинов признал, что это видео постановочные, те самые легендарные, где кадыровцы штурмуют пустую многоэтажку, воюют с рельсами и так далее. На свое оправдание он сказал, что постановочное видео снимает вся российская армия. Так, слышал ли генерал Алаутдинов о постановочных видео в ТикТоке, в которых некоторые чеченские бойцы Ахмат воюют с железнодорожными рельсами, светофорами? Что думает на этот счет? Ну, давайте я вам скажу одну вещь. Постановочные фильмы снимает вся Россия. Единственное, чего они не могут сказать, что это делает спецназ Ахмат. Вся Россия снимает постановочные фильмы. Большая часть журналистов, блогеров, которые все время там где-то что-то показывают, пожалуйста, они все делают все это постановочно. Кто реально на передовой, в непосредственных боевых действиях сегодня снимает эти фильмы? Покажите мне их. Короче, основная стратегия Алудинова в попытках оправдать себя и Ахмат заключалась в том, чтобы обсирать остальную армию. В целом, меня все устраивает. Пусть сожрут друг друга. Интересно, конечно, как будет все дальше развиваться. Вся легенда о великом Ахмате, конечно, растоптана. Остался лишь Аид, он же химкинский Бэтмен. Но о нем как-нибудь в другой раз. Но здесь мы в очередной раз видим, что Абти Алудинов попытался как-то выйти, потому что он понес гигантские имиджевые потери после истории в Анапе, когда он начал заступаться за кадыровцев, которые начали приставать к девушкам, у которых были парни, девушки им отказали, и они этих девушек избили. И в итоге Абти Алудинов тогда сказал, что эти парни вообще отличные семьянины, и зря на них наехали, на этих кадыровцев, которые избили женщин. На вопрос, а ну что прекрасные семьянины забыли в клубе, и почему они знакомятся с девушками, Абти Алудинов так нигде и не ответил. Эта тема поднималась и в интервью на «Комсомольской правде», и много где еще, но Абти Алудинов все время с нее соскакивал, говоря, что кругом чеченофобия. На самом деле россияне ненавидят чеченцев, более того, они ненавидят чеченцев даже больше, чем украинцев. И, честно говоря, и это во многом правда. Ну, то есть, действительно, я уже неоднократно вам рассказывал, что в Z-каналах античеченские настроения, антимигрантские настроения, антициганские настроения, вообще настроения против всех неславян, они нарастают.
Вчера я, собственно, вам говорил про это видео, про погромы, про цыганские погромы в Челябинской области. И Абтиалутдинов не так далек в этом смысле от правды. Другое дело, что он собирается с этим делать. Потому что результат его интервью, там еще было интервью в Беларуси, которое он дал. Ну, в общем, может быть, мы еще вернемся, потому что там он наговорил, конечно, на десяток видосов. Я бережно хранил это, собирал и все такое, но в какой-то момент, к сожалению, различные коллеги начали видеть, что Абтиалутдинов раздает эти интервью и тоже подсвечивать всю несурайство, которую он несет. Тем не менее, в любом случае, если стратегия Абтиалутдинова в том, чтобы провоцировать еще больше конфликтов, чтобы еще больше создавать напряжение, то я только за. Потому что, как вы помните, это распространяется и на тех, кто критикует Алудинова. Например, тот же самый АИД рассказывал Егору Гузенко в 13-м, когда тот еще был на свободе, что его ждут последствия за то, что он как-то плохо говорит об Абтиалутдинове. И последствия не заставили себя ждать. Говорят сейчас, что даже наведались кадыровцы к Егору Гузенко, но это пока слухи. В любом случае, Абтиалутдинов, как и все фанерные генералы, очень любит махать кулаками после драки, не вывезя дискуссию непосредственно в интервью на «Комсомольской правде». Он записал персональное видео, ну как персональное видео, он постфактум обвинил ведущего «Комсомольской правды» в том, что тот ЛГБТшник и находящиеся за границей чеченоговорящие шайтаны пишут, закидывая вырезки из моего интервью, которое я дал одному такому же шайтану, как они, журналисту из московского «Комсомольца», чисто чеченофоба, чечено-ненавистника, вот у которого во всем, что произошло плохое в России, виноваты чеченцы, Ахмат, Алаутдинов. Вот чисто, я скажу, один из ЛГБТшников, я его по-другому не назову, который вот назадавал в прямом эфире вопросы такие, прям аж ой-ой-ой-ой, во всем виноваты Ахмат, чеченцы. Я, понятное дело, ему ответил именно так, как я считаю, что я должен ему ответить. Ни о чем не жалею, дословно готов подтвердить каждый ответ вот этому чеченофобу. И, конечно, получается как, он же как раз союзник, вот это же такие же, как он, и находятся вон за границей, называют себя чеченцами, и вот для них сейчас повод, типа вот они нарезают ролики, закидывают. Я его фанат, до него начало доходить. Нет, когда я обращаюсь к этому и говорю, что для вас же враги чеченцы, для вас враги не украинцы, не украинские формирования. Я его абсолютно никаким образом не отношу к России. И не отношу его тем людям, которые являются патриотами России. Это чисто который работает на то, чтобы развалить Россию изнутри, работает на то, чтобы разжечь Россию изнутри. И понятное дело, он не имеет ничего общего ни с русскими, ни с Россией. Поэтому для меня лично так. То, что вы чеченофобы и вы сатанисты, которые называете себя чеченцами, чеченоговорящие, находитесь за рубежом именно ичкерийцы, якобы евроичкерийцы, или я не знаю, как вас назвать еще там. Ну, вы одинаковые чмошники, ЛГБТшники. Кстати, будет довольно забавно, если в итоге этого конфликта достанется московскому комсомольцу, который упомянул Абтиалутдинов, потому что, видимо, не особо видит разницу между «Комсомольской правдой» и московским комсомольцем. В принципе-то ее и нет, в этом он прав, но будет забавно, если вдруг, не знаю, с обысками нагрянут в московский комсомолец или еще куда-нибудь. В любом случае, Абтиалутдинову низкий поклон, реально. Это невероятный персонаж, очень здорово, что он появился, так сказать, среди российских военных не хватает колоритных персонажей, и Абтиалутдинов с собой, конечно, максимальный колорит придает российским войскам, потому что он фактически их отображение. Сыкливый, лживый, пафосный и при этом абсолютно неуемный в попытке доказать всем, что он что-то из себя представляет. По факту обычный, абсолютно непримечательный лжец, который ни в каких боях не участвует и только постоянно рассказывает, какой он крутой и классный. А как дело доходит до дела, сразу рассказывает про то, что нас обошли ВСУшники, у нас было 4 автомата, еще что-нибудь. Оказывается на практике, что весь гонор куда-то улетучивается.